Радио 1. Голос Подмосковья. Радио 1. Единственная в нише регионального информационного радиовещания и старейшая радиостанция Московской области. 14 августа 1932 года было принято решение о создании Московского областного комитета по радиовещанию. С тех пор станция жила одной жизнью с Подмосковьем. В период индустриализации и подъема сельского хозяйства, в трагические и вместе с тем героические годы Великой Отечественной войны радиостанция была информационным источником, который рассказывал о событиях на фронтах. Вещание не прекращалось даже в те дни, когда фашистские войска стояли у стен столицы. Восстановление страны и области в послевоенные годы, успехи и достижения – все это освещалось в эфире. Радио 1. Радио 1 работает в интереснейшем регионе. Обширная ежедневная повестка событий находит свое отражение в формате радиостанции. Линейный эфир, авторские программы, эксклюзивные интервью, прямые включения и специальные репортажи. Все это составляет эфир «Радио 1», делает его живым, динамичным и интересным. Открытая студия в Доме правительства Московской области. Площадка для прямого разговора с региональной властью и представителями бизнеса в Подмосковье. Совокупный охват аудитории «Радио 1» в Московской области составляет 5 миллионов человек. «Радио 1» в постоянном взаимодействии с бизнесом региона. Станция занимает первое место среди СМИ Московской области в рейтинге медиалогии. Мы лучшие региональные СМИ в экономической журналистике по итогам всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России 2020 года». «Радио 1» поддерживает значимые экономические, культурные и спортивные проекты. Международный музыкальный фестиваль Петра Ильича Чайковского в Клину, джазовые сезоны Игоря Бутмана, международный фестиваль «Лето. Музыка-музей», гастрофестиваль «Сыр. Пир. Мир», фестиваль «Забег» и многие другие. «Радио 1» всегда рядом со своим слушателем.